В Украине утвердили план вакцинации от COVID-19. Документ разрабатывал Центр общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ. Сейчас Одесса ожидает поставок препаратов с централизованного склада с соблюдением температурного режима. Первая волна вакцинации начнется уже с февраля. В первую группу отнесены все работники мобильных бригад, врачи и медперсонал, которые работают в опорных ковидных стационарах. Работники лаборатории, проводящих исследования на COVID-19, люди, которые находятся в специализированных учреждениях, интернатах, домах престарелых, а также работники этих спецучреждений и военнослужащие. В Одессе на первом этапе вакцинация будет проводиться городскими мобильными бригадами, которые созданы на базе центров первичной медико-санитарной помощи номер 2, 3 и 28. В дальнейшем планируется создание стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе медучреждений.